настолько краситься перед видео, даже аж надушилась. Ну кто будет чувствовать твой аромат, а? У меня большие надежды на твоему микрофону, что он передает запах. Всем привет, мои хорошие, с вами Майка Эмили и Асквотима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет очередной мукбанг, мы будем сравнивать шаурму и дёнер. У нас, кстати, необычная шаурма, она такого розового цвета. Также была и фиолетовая, и желтая, зеленая, голубая, но мы взяли розовую. Других не было. Я забыла нож. Давайте поотвлекаешь аудиторию, пока я принесу нож. Да. Хорошо? Еще это ее любимый цвет. Пока Айка пойдет за ножом, я открою трубочки. Вчера мы пробовали Black Star Burger впервые. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, то видео уже будет у меня на канале. Точнее, не у меня, а даже у нас у обеих на канале. Мы сняли одно видео для Айки, другое для меня. Будет два видео. Одно на канале у Айки, второе у меня на канале. Ты почему в ванной не выключила свет? Потому что не мне же платить за электричество. Я тебе не говорила, что мы экономим? Меня это... Главное, что у меня дома в моей ванной свет всегда выключен. Так, осталось разобраться, где здесь... А, вот, они написали, шаурма. Молодцы какие. Вот это я понимаю, не то, что Black Star Burger. Я открывала трубочку. Вчера мы выпили столько кока-колы. Как пахнет. Вкусно пахнет? Да. Шаурма пахнет очень классно. Так. Не жульничай. Я смотрю, чтобы одинаково. Давай первое начнем с донера. То есть вот с этого. Там у нас победила шаурма в прошлом видео, да? А здесь что победит, делайте ваши ставки. Вау. Вау. Я не могу, как же это вкусно. Очень вкусно. Мы взяли с курицы. Как это вкусно. Айка, почему я раньше не ела этого? Вау. Вау. У меня нет слов. Впервые в мукбанге это настолько вкусно, что у меня нет слов. Как они, интересно, делают вот такой вот розовый лаваш? Пищевой краситель. Здесь идеальная пропорция соли, огурцов, курицы. Огурцы свежие, также соленые тоже есть. Божественно. Спасибо. Спасибо. Я не шучу, не смейся. Спасибо за эту еду. Это пища богов. Мне кажется, видео получится очень коротким, потому что мы за секунду все съедим. Не надеяться. Они довольно-таки большие. И сколько стоит такая прелесть? Где-то 2 моната за штуку. Да. 2 с чем-то. 2,20. Точнее. Вкусно. Здесь эти овощи, помидоры, огурцы, все в тему, идеальная пропорция всего. Всего а в меру. Какой? Отлично. Лаваш свежий, мягкий. В некоторых местах бывает лаваш кусаешь, он тянется, чувствуется, что он не кусается, то есть он уже не как свежий. Как резина. Вот, как резина, ты читаешь мои мысли. А здесь он свежайший, просто идеальный лаваш, идеальное качество. Я в восторге. Честно, не ожидала. Если бы я знала, то давно бы попробовала. Не пересолили и не недосолили. Да, идеально, есть... вот, ты права. 5 из 5, согласись, реально очень вкусно. Вообще, я очень люблю шаурму, но это сделано действительно достойно. Я даже сама иногда дома готовлю, но так вкусно у меня никогда не получалось.
Идеально. Это был донер. Теперь мы пробуем шаурму от того же производителя. Также розового цвета, также с курицей. Это белиссимо. Ашаламиссимо. Белиссимо. Здесь уже больше соленых огурцов. Угу. И здесь уже нету вот этого соуса, который был в шаурме. Это уже шаурма. Ой, это шаурма. В донере был соус. Это шаурма. Соленые огурчики. Вкусно. Ну, донер как-то вкуснее как-то был. Как-то да, мне пока тоже так кажется, но я еще не распробовала. Надо попробовать еще. От двух укусов сложно чего-то решить. То есть по двум укусам сложно что-то понять. Я очень любила раньше шаурму именно с мясом. Но в последний раз, когда мы снимали видео для твоего канала, кстати, обязательно подписывайся на канал Аск Фатима. И там у меня был как раз таки с мясом. Мне он как-то не очень понравился. Сначала я съела с курицей, потом с мясом. И в мясном был какой-то привкус не очень приятный. Поэтому я теперь всегда заказываю именно с курицей. Мне кажется, шаурма только с курицей бывает, а донер бывает с мясом. Но у нас все с курицей для сравнения. В шаурме также есть картошка фри, как я вижу. Так и должно быть. Здесь капает масло. Я люблю, когда масла много, соуса нет, много. Это неудобно. Я почувствовала чесночный вкус соуса, как в шаурме номер один. Да, чем-то похоже, соглашусь. Из-за большого количества соленых огурцов. Я очень довольна. Шаурма тоже вкусная. Вообще из всех видов отдыха я больше всего люблю пойти куда-то и просто покушать. Это вид отдыха? То есть, например, пойти в кино. Поехать где-то искупаться. Я лучше пойду где-то покушаю. В ресторан. В ресторан. И не обязательно, чтобы там прям супер обстановка была. Главное, чтобы вкусно было. Кайф. Уже все? Что ты можешь сказать? Обратите внимание, как она выпила. Из твоей руки даже не видно. Вы видите, она только делает, что пьет. Это слева ее стакан. Поэтому я и проигрываю, потому что много пью. Поэтому я проигрываю. Всегда у нее есть отговорка, тысяча оправданий. Я хочу еще. Я тоже. Надо было брать третий. Как всегда, Фатя не могла не заляпаться. Хорошо, что я в черном платье. Как-то вы мне сделали комплимент, вы сказали, что мне идет черный цвет. А я раньше думала, что черный цвет в кадре как-то мрачно смотрится, но с тех пор я иногда одеваю черный цвет. Видите? Великолепно. Особенно концовка мне понравилась. Да. Она прям такая, знаешь, много масла там. Да, все скопилось туда. Этот соус. Послевкусие. Шикарно. Очень вкусно. Кто у нас выигрывает? Шаурма или донер?
Мне, если честно, больше понравился донер. Мне кажется, тоже. Не знаю, может быть, это из-за того, что он был первый, и мы еще были голодными. И донер, и шаурма были очень вкусными, но мне больше все-таки понравилось донер. Вы знаете, когда после донера я первый раз укусила шаурму, мне показалось, что совсем не то, что донер намного вкуснее. Но потом я распробовала шаурму, и она начала мне нравиться. Но исходя из этого, все-таки я делаю вывод, что донер был лучше. Потому что если после того, как я после донера укусила шаурму, я почувствовала, что не так вкусно относительно донера, значит, донер лучше. И еще в шаурме была картошка фри, которая, если честно, я думаю, что это не очень уместно туда. А в донере этого не было. Еще, кстати, я хотела отметить тот момент, что девочки в моем инстаграме очень часто пишут мне в директ, что где-то нас видели вместе. Если вы где-то на улице увидите нас, то обязательно подходите, не стесняйтесь, мы только рады. Конечно. Также обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылка будет в инфобоксе, потому что перед тем, как снять видео, мы обязательно советуемся с вами. Также обязательно пишите в комментариях, какие у вас есть идеи для новых видео. Например, вот нам в комментариях постоянно писали, что снимите челлендж «Не запивай», и мы сняли на Ask Fatima канал, и он набрал хорошие просмотры, и всем вроде бы понравился, поэтому обязательно пишите в комментариях. И скоро снимем подобное видео для канала Айки. Если вам нравится эта идея, то обязательно ставьте лайк этому видео, мы поймем, что... Говори, нечаянно тебя перебила. Ты нечаянно, за нечаянно бьют отчаянно, ты что вообще, что ли, не поняла? Я... Старших нельзя перебивать, тоже мне перебила она. Ну, в общем, да, не забывайте ставить лайки. А мы надеемся, что это видео вам понравится. Если это было так, то ставьте лайк и подписывайтесь поняли, на наш канал. Поняли, что надо ставить лайк, поняли, еще раз повторим. Мы вам желаем удачного дня, приятного аппетита. Если вы не пробовали донер и шаурму, то обязательно попробуйте. Хотя навряд ли кто-то не пробовал, но в любом случае. Пока. Да, если хочешь. Да. А, мы обложку не сняли. С донером не сняли. Давай с айранами. Какой с айранами? С пустыми тарелками? Тарелки убери. Пустой стакан? Налей. Минимум, я на забита на видео, я в тогда чихмал это MP связи это. Давай видео на Азербайджан Джапур. Сачем сели гали, ты бах, бюрден, ты гетле бах. Ты гетле бах, сачем. Я хорошо дам. Бахмадан сен.